12 декабря в школе номер 4 прошла встреча учеников 7 класса с Татьяной Желтышевой. Эта удивительная женщина неспроста стала героиней. Татьяна Георгиевна – председатель общественной организации Всероссийского общества инвалидов Десногорска. Ее главной задачей в работе – это защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями по здоровью, их участие в различных сферах общества наравне с другими людьми, а также осуществление социально-культурной реабилитации. 27 лет своей жизни она посвятила этой нелегкой работе. На встрече с ребятами Татьяна Георгиевна рассказала о переезде в Десногорск в 1985 году, о своих трудовых буднях в общественной организации. На встречу также пригласили участника Всероссийского общества инвалидов Геннадия Гриднева. Ребята слушали гостей, затаив дыхание, задавали вопросы, общались. Встреча была очень интересна, информативна. Было довольно интересно узнать, каково людям с ограниченными возможностями в нашем городе, каково им вообще в нашей стране. Мне понравилось, было очень интересно, познакомился с новыми людьми, узнал много новой информации. Мне встреча понравилась, красивая, интересная, много познавательная. Такие мероприятия знакомят школьников с заслугами и трудовыми победами героев на благо родного города, формируют активную гражданскую позицию и прививают любовь к большой и малой родине детям.